Тушенка что-то написал. Привет, Кать. Слышим? Блять, не появляется. А, это, залезь ко мне в рюкзак, возьми там пару повязок, вот еще что-то. Ну, сейчас. Вот, я сзади тебя. Проверка. Вот, вот. А то у меня Принято. Рюкзак не работает, что-то отправить. Нет, нет, я имею в виду, у меня вот это, не выкладывается у меня. Ты взял? Да, бинокль. Пожалуйста. КВ. Кому бинокль надо? За стрелка сядь. А, мне есть. Нет, лучше. Дай, пожалуйста. Здесь не трудно. У меня винтовка снайперская. Давай. Да. До времени высадки, короче. Спасибо. Или кто-нибудь может просто на себя взять эту эмку. Можете сжечь, можете пострелять, там неважно, короче. Нам главное на ней доехать. Ну, высадимся, потом подождем. Давайте, пока Анил сядет на стрелка. Ни у кого карты лишней нету, да? Анил, ты можешь этой эмкой потом рулить. Ага. Кому труба нужна? Не знаю. Оля. Добери сам. Руф. Наша какая нужна? Анберлин, тебе нужна труба? Что? Мне рюкзак снят. Есть у кого-нибудь эти... карта вообще, лишняя? Это... Карта? Угу. У меня нет карты. Я пулеметчик. Эмочка. Эмочка наша, М11 А3. Таких много, какая именно? Которые мы появились. Короче, напротив этого, как её, медицинский палатки. Третья, короче, по счету. А, я сяду на стрелка. Пока. Слезь со стрелка. Точно? Да, да. Я сяду. Я сегодня на смерти. Кто? Ай, точно. А водила кто у нас? Командир. Потом, как до места доберемся, высадки, там надо будет подождать приказа КС. Потом начнем наступление. Я с водителя выпрыгну, потом кто у нас вообще, кто МК будет водить у нас?
Ну, может один человек из-за стрелка, из-за водителя там быстро пересаживаться, стрелять. Вооружение, посмотри. Простая МК. Прием, проверка связи. О, Вовка, здорово, брат. Ребят, я занял у вас помощника-пулеметчика, ничего страшного? Не было, не было никого там, Вовка, не было. Ну все, ребят, спасибо, а кто там командир? Деливер-то тут? А, да-да-да. Ты не против, да? Нет. Жуков, все, выйди хорошо. Быстренько, выйди сюда, на ВСМ-ке выйди. Ну? Ты не в той М-ке, не в той М-ке, не в той М-ке, вернись назад. Вперед, вперед, вперед пройди. Вперед пройди. Кстати, М-ка самая центральная. Все, все, я вам показал. Все, отлично, ребят, спасибо. Кто М-ки повышен? Там Рос. Животер, да. Мы вдвоем только чумазые туда. Не, ну вот еще один. Ну, он какой-то, не знаю, откуда. Он не наш. Сидит, ребята. Ура! Если вы не знаете, что я не виноват. Осторожно. Ты сейчас протаранишь. Правильно, да, в борт там его. Толкается, блядь? Нас подрезает. Так, ну что, я одновременно и завозил, и застрелил кабу. Да, давай. Потом как сожгешь и вылезешь. Если вылезу. Ждем пока здесь. С нами, да, поехал? Только скажи, куда ехать, и я поеду. Куплен с Анилом. Не, у тебя пулемет там. Вот. На 150 по-любому тут должен быть враг. Так, помощник пулеметчика, тебе пулеметчику нужны еще ленты от. А на 130 градусов группа. На 130? Да, 130. Деливер, а кого там уже засадили? Хрен его знает, пока не говорят. Командир, ты метку поставил, где мы сейчас остановились? На 130. Ориентиры скажи.
Слушай, но если вот я заеду на этот холмик, встану с пулемета, как думаешь, смогу я поливать базу? Александр, юга, ну, на 160 там уже просматривает. Снайпер, ты видишь что-нибудь? Да нет, то говорят на 130 кто-то, я что-то смотрю, не вижу на 130. Ориентир бы. Ребят, на 240 наши. На макушке гори. Наши, наши. Далеко? Что-то мне не нравится с горы вот с этой в нас целятся. И стреляют. Че, просекли вас? Гора 130, в нас огонь ведут. Вижу, пехотинца лежит. На краю этого. На 90. Эмочка, выкатывай на 130. На 100, короче, лежит за камнем лазит. Меня корректируешь, я поработаю. Начинай движение. Возле берега. Снайпер, посмотри, вот лежит там. Тип. Азимут, азимут. Сто, сто, сто. Возле берега, возле камня. Сзади. Ой, 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 еще, еще выкатывай. В бункере сидит, в бункере сидит. Вижу, сейчас открою огонь. В бункере сейчас тросами покажу, ребят. Келевра, смотри.
Так, ладно, все, давайте. Какой-то ник. Остается, прикроешь нас, а мы будем продолжать сейчас двигаться. Блин, странная поверхность. На 160 двигаемся по правой стороне вот этих холмиков, чтобы под прикрытием. Все, ребят, они, у них уже дышика работает. Геймер, по тебе работают. Иди отсюда. Геймер, по тебя мочит. Коля, ходим. Короче, в жопу М-ку. Не хочу за ним возвращаться. Короче, 600-700 метров ставьте. Расстояние 600-700. У нас медик есть? Есть. Кому там нужно помочь? На Ниву надо возле М-ки. Командир, мне нужно. Кто остается на М-ке? Я не знаю, что бросили. Да, давайте бросим, до толку от нее. Да не, я сейчас выйду, постреляю, прикрою вас. Черт возьми, вылечите меня, снайпер! Да, возьми ее, просто постреляйте. На 180 высота и укрепление. Так, развернул меня, я не знаю. Медик, 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 медик. Кому видел, да? Вон он, в бункере сидит, вон он. Медик. Если мы выйдем, он нас примет, я так понял, да? Он примет, да. Смотрите, трассеры. Все, вижу. Да куда ж ты лезешь-то? Куда ж ты лезешь? Вы удаете, ребят. А что ты, ты мне? Да не тебе. Он, парень пробегает, я стреляю, он прям передо мной бежит. Зачем бежать? Да, это я виноват, у меня СПС. Я понимаю, ну хоть смотрите, ребят. М-ка, вот смотри, куда я стреляю. Спасибо. Эмочка, нужно забор протаранить. Езжай на 180. Еду за вами. Давай, нам быстрее. Секунду, прям сайперклад, дай. Слышь, прям на секунду. Также продолжаем наблюдать.